Нижнекамск Нефтехим уделяет большое внимание подготовке своих сотрудников. Каждый год предприятие проводит соревнования профессионального мастерства. Одно из последних – конкурс электромонтеров. Участники демонстрировали свои познания в области электротехники и охраны труда. Мы проводим конкурс профмастерства по всем специальностям, что есть на комбинате, среди молодых работников. Мы повышаем им разряды, мы их премируем. Это предприятие делает. Мы также участвуем в создании базы, там, доплаты делаем студентам, делаем доплаты мастерам производственного обучения, кто готовит кадры для Нижнекамск-Нефтехима. В августе следующего года в России впервые пройдет международный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Участников со всей планеты принимать будет Казань. Для поддержания престижа рабочих профессий Нижнекамск-Нефтехим уже третий год активно ведет подготовку к международному чемпионату. Помимо традиционных для нашей компании конкурсных направлений, сварочные технологии и лабораторно-химический анализ, особое внимание уделяется новой компетенции изготовления изделий из полимерных материалов. По этой компетенции очень большой сейчас плюс. Это компетенция мировая. Эта компетенция впервые фактически на уровне чемпионатов России будет в этом году проводиться в пробном формате. Хочется, чтобы в составе сборной российской были наши татарстанские ребята, для того, чтобы они представляли республику в 2019 году на чемпионате. За предприятием закреплена новая для чемпионатов такого уровня компетенция изготовления изделий из полимерных материалов. Специализированным центром по данному направлению в Казани являются колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Васильевича Лемаева. Именно там до 2019 года будет проходить тренировочный процесс сборной республики по данной компетенции. Нижнекамск-Нефтехим закупает оборудование и оказывает помощь в подготовке тренировочного процесса. Именно это стало поводом для рабочей встречи представителей министерств и организаций, отвечающих за проведение мирового чемпионата. Первые поставки оборудования и материалов уже были осуществлены в январе этого года. Так, за январь мы привезли порядка 9, на наши склады. ПАО привезли порядка 19% оборудования. Следующие поставки ожидаются в феврале, тоже еще порядка 20%. Участие в движении WorldSkills – это прежде всего реализация кадровой политики компании по улучшению системы подготовки специалистов. Благодаря совместной работе с базовым учебным заведением нефтехимики достигли высоких результатов в представленных компетенциях. Эта работа будет нужна, и я надеюсь, мы друг другу нужны. И без друг друга мы не проживем дальше, потому что мы готовим специалистов, которые вам нужны, вы обеспечиваете рабочие места, и благодаря этому наш город и живет. Вклад акционерного общества позволит ребятам подшефного колледжа достойно выступить на международном чемпионате в Казани и вывести учебный процесс подготовки высококвалифицированных рабочих на новый уровень. Сегодня эти учебные заведения востребованы. Мы всех, кто учится под наши, мы всех принимаем на работу. А что это такое? Это самое основное, ведь так ведь? Ты проучился, пришел на работу по своей специальности. Работай, повышай. По служебной лестнице продвигайся. Это важно. Нижнекамск-Нефтехим также активно участвует в движении WorldSkills High-Tech среди работающей молодежи. Весной на предприятии пройдет корпоративный конкурс, где выявят сильнейших молодых специалистов. Именно они будут представлять компанию на региональном этапе конкурса. Алия Шигапова, Кира Николаева, Артур Давлекаев, телеканал «Нефтехим».